А ты теперь заворачивай, Лена, давай. Держитесь. Ребята, входим. Здравствуйте. Как вы? Сидел на стульчике, услышал удар в ногу. И все, понял, что меня стрельнули. Я встать упал. А потом прополз там до берега. Позвал парня, помог. Потом приехали, оказали помощь военные, жгуты наложили. Там был обстрел, рыбаки. Он находился в пиксельной, такой у него была курточка. Они подумали, что может совесковый якийсь. Ну и начали обстрел. И попали, но я не думаю, что это прицельный огонь был. Это так, наверное, так попугать хотели, но попали. Сейчас на данный момент, это вы можете поехать в больницу и спросить сейчас у хирурга. Ну, от на даний момент тихо, воно кожен раз по-різному. Наприклад, сьогодні може бути тихо, а завтра може бути цілий день простріли якісь, можуть лазити у себе по позиціям, там, інженерні роботи якісь проводить. Не постійно щось, ну, готуються, пристрелюють, але я поки що не зрозуміло, до чого сам. Ну, я думаю, що так, можливо, не відбудеться. Я думаю, що це фейк, це той залякування від Російської Федерації. Якби погодні умови не сприятливі для нападу. Так як техніка, вона ж якби, їм буде вгрузати в болото.